городе Сокол тоже все плохо. Итак, встречайте, Юрий Гордеев, Сокол, Вологодская область. Как и все нормальные люди, я учился в ненормальной школе. Знаете, у меня была первая любовь. Мы с ней были близко знакомы, и я даже научил ее целоваться. Ну, чтобы она не позорилась перед своим парнем. И, знаете, в школе меня постоянно ждали неудачи. Как-то раз я зашел в кабинет, и по запотевшим окнам понял, что здесь трудовик. И наша школа очень скучала город. Просто на переменах людей в курилке было больше, чем в самой школе. Меня очень бесили мои одноклассники. Я им как-то раз рассказывал забавную историю, ну, над которой нужно было подумать. Эти овощи смотрели на меня тупым взглядом. Вообще странно. Еще со мной училась девочка. Как-то раз она ко мне подходит и говорит, мол, ты очень умный, но урод. Я у нее вежливо спросил, мол, ты что, мать, офигела? Она сказала то, что, ну, это мое мнение. Я сказал, ну, извини, у меня как бы другой внешности не было. Она сказала, что внешность не выбирают, и назвала меня идиотом. Очень странно. Я зашел на ее страничку ВКонтакте и вижу пост. Внешность не главное, главное душа. Что вообще с ней не так? Смотрю на паблик. На колени только перед Богом. Странно, друзья говорили о ней иначе. Спасибо. Ваша лазерка!